мука. Конечно. Пожалуйста. Благодарю тебя, мой друг. Пожалуйста. Готуй ты там, мри, ты там написано. Конечно. Ты мришь? Еще бы. Давай. Так, вооружаюсь ситом. Так. Ну, и ты, и вы, дорогие зрители, уже знаете, муку всегда нужно просеять, чтобы обогатить ее кислородом. Для того, чтобы тесто получилось мягким и эластичным, из очищенную, проверенную пшеничную муку высшего сорта. Она не должна иметь запаха и посторонних примесей. Ее цвет должен быть белым с легким бежевым оттенком. Так. Все, обогатили.